С вами маг и чародей Антон Чалей. И сегодня я покажу вам новый Майнкрафт, который сделали в России. Почему Майнкрафт? Потому что эта игра не имеет вообще никакого смысла, как и мои ролики. Но она очень веселая и увлекательная, как и мои ролики. Да еще и мега упоротая, смотрите сами. Данная игра содержит зашкаливающее количество графона и отвратительной анимации. Мы какая-то непонятная хрень, пьем кофе? Ну нифига себе, нас засасывает в монитор. Часть первая. Неудачное знакомство. Я уже вижу, что оно будет неудачным по первым файлам игры. Ребята, что с вами? Что вы перекурили что-то? Чувак, у тебя какой-то рак на спине, и у него, не знаю, энергетический шар, что ли, какой-то? Куда мне идти-то? О, так, сейчас чувачок нам даст. Конечно, я выберу Майнкрафт. Ну, куда уж там, конечно, Майнкрафт. Естественно. Все, пока, ребятули. До свидули. Мы поперли. Так, Волк, что творится? Чувак, убей его. Блин, чувак, не гонись за мной. Ай-яй-яй, не гонись. Я дружелюбный парень. Ну давайте будем пробовать его бить. Раз, нифига себе, он нам дает ответ. О, все, замочили. Ты юфа? Так, это кто у нас спрашивает? Это ты? Иди за мной. Нажать Е. Ой, чувак, что с тобой? Лол. В текстурках застрял. Прикиньте, чувак застрял в текстурах. Соболезную, соболезную, парень, бывает. Давайте зайдем в этот офигительный дом. Посади его в клетку, ты знаешь инструкцию. Какого хрена вы будете сажать? Да я вообще не рак. Вы что, я похож на рака, что ли? Ты знаешь, что тут происходит? Сплошная наркомания тут происходит. Тот, кого ты убил на улице, рак. Раздражают, не правда ли? Раздражают, да, они могут меня убить. Вот один из них. Ну нифига себе. О нет, он выбрался, ребята, ребята, убегаем. Херяк, херяк, херяк. Да все, профессионально. Он нас сейчас затравит. Нифига себе, у вас тут разборки. Тебе нормально? А? Нормально тебе? Рыбачишь тут? Ага. А это что, супер танец победы в миссии, что ли? Нам нужно, короче, пойти на... Не буду говорить, какой небоскреб. О, тут кто-то дерется. Ребят, не деритесь, я все-таки за мир. Так, у чувака на майке Android, а у другого Apple. Прикиньте, они дерутся, короче, Android против Apple. Так, ну я не знаю, за кого, и мне сложно определиться, поэтому я уйду все-таки от конфликта. Вот это нифига себе, вот это поворот. Смотрите, у нас есть прям что, планшет у нас есть? Давайте почту проверим. Прикиньте, у нас даже есть какая-то почта, и вообще у нас много тут всего есть. Нифига ж себе, прикиньте, это в игре я могу посидеть в планшете. Так, я понимаю, матный небоскреб, я буду его так называть, потому что не буду произносить матные слова вслух. Вторая миссия. Окей. Труд, деньги. Пока эти специалистов увольняют на стройке, всегда есть работа. Трудишься летом, осенью, есть деньги. Работать руками должен уметь каждый мужик. Тем более, когда за это платят 10 лузлов в день, да еще и кормят бесплатно. Решай. Чахнуть под излучением монитора или на свежем воздухе солнца, своими руками построить дом. Нам как раз требуются строители. Только вот у меня сейчас денег нет, давай ты сейчас построишь, а потом разделим прибыль с продажи квартир. Чувак, что-то нас, кажется, немного тралит. Для начала тебе нужно взять каску. Для строителей бесплатно. Воу-воу-воу, это Габен. Да, нам сюда, кажись нам Бен. Сюда. Гей-бен, гей-бен, гей-бен. Это было очень странно. Гей-бен. Так, ага, гей-бен. Давайте наденем гей-бен. Каску, все, выбрать. И попрем. Так, все, у нас есть теперь четенькая каска. Во, молодца. А теперь быстро отнеси кусочки ассетов справа от меня на второй этаж. Ну ладно. Работать, быдло, солнце еще высоко. О, бетономешалка. Бетономешалка! Мешает бетон! Наркомания в этой игре, по-моему, вообще зашкаливает. Какого хрена ты отнес их на второй этаж? Они там вообще не нужны? Неси на 14-й быстро, за что я только тебе плачу. Чувак, ты что, шутишь, что ли? Ладно, давайте возьмем эти кирпичи, понесем наверх. Двигаемся на 14-й этаж. Все так медленно. Так, что это пищит вообще? Что такое пищит? Так, это те опасные хрени? На, чувак, у тебя есть бита?
А у меня нету такой даже биты. В нас все стреляют. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. А что у вас? У вас есть оружие. У меня нету такого, ребят, оружия. Ай-яй-яй, они же такие мощные. Как мне против вас бороться? Так, что это такое? Взять джетпак. Ай-яй-яй. Что-то свистит, сильно свистит. Ай-яй-яй-яй-яй. Что, твою мать, тут творится? Так, значит, я понял. Пробел. Пробел вверх, shift это вниз летать. Так, у меня есть джетпак. На что я его могу выключить? А, или я буду всегда летать в нем? А, все, все, на Джей. На Джей можно выключить джетпак, да, я умный. Ты что, это мразь? Это ты взорвал, сука? Ты мне сразу не понравился. А ну иди сюда, говно. Ну нифига же себе вы, ребята. Вы какие-то вообще красные. Оп, все, миссия завершена. Неожиданно, неожиданно. Так, ты дурак, что ли? Этот дурачок меня током долбанул, прикиньте. Йоу, мазафака. Полиция. Может быть, им сообщим, короче, что на нас тут напали? Были вы в тот момент на стройке? Да. Где вы находились? На 14 этаже. Эксперты говорят, что там было больше всего бомб. Как вы выжили? У меня был джетпак. Это были раки, что ты сразу не сказал. Ты только первый, кто упомянул раков. Нам нужны доказательства. Сгоняй на стройку и попытайся найти пруфы. Все, что найдешь, неси нам. Вознаграждение гарантирую. Давайте пройдемте. Пройдем туда как-нибудь. Как-нибудь обходными путями двинемся. О, нифига себе, где-то я видел такие колпаки уже. Эй, не знаешь, что случилось с нашим напарником? Мы вышли вместе, но он неожиданно пропал. Мне кажется, без сионистского оккупационного правительства здесь не обошлось. У меня появилась такая серьезная идея. Они вроде как детективы такие, ребята, детективы. Что если мы возьмем такую же шапку, потому что мы все-таки видели? Мы все-таки притворимся, что мы типа их так друг, да? Кей-Бен, Кей-Бен, Кей-Бен. Кей-Бен. Напрягает меня этот чувак, если честно, немного. Так, Кей-Бен. Давайте фольгу. Кей-Бен. Сколько она Кей-Бен. Стоит? Ну все, купили. Блин, вот у него на картинке есть пистолет, а у меня в настоящей жизни нет пистолета. Как-то немного несправедливо. Кстати, да, у нас же есть вроде как джетпак. Нужно найти 5 пруфов. Так, их, наверное, нужно искать, по-моему, на 14-м, блин, этаже. Так. Прикиньте, вот эта вот штука, это было... Кепка МДК. Случайность? Вы что-то еще видите? Не видите? Так, возьмем какую-то херню. Ага, маска. Так, что тут есть еще? Что-то еще. Сколько у нас уже есть пруфов? Так, еще найти 3. Ага, там что-то есть. Какая-то светящаяся палочка. Ага, вот камера. Отлично, все, вылетаем. Здравствуйте, ребята. О, что за дерьмо? Видимо, это действительно раки. Вот же ублюдки, не понимаю, зачем они это делают. Давай посмотрим запись с камеры. Давайте посмотрим. Так камера-то направлена, вот я тут же выхожу, смотрите, ребята, а раки-то с этой стороны. Я не понял, ты шнутый, ты что там делаешь? Ты же говорил, что тебя там не было. Я сказал вам, что я был на 14 этаже. Вы что, совсем что ли? Все, взорвалось все. Что, стали злые такие? Пожалуй, я куда-то пойду. Кажется, дело раскрыто, товарищ майор. Куда я вообще попал? Нифига себе, какая-то тюрьма. Тубзалет какой-то. Тут какой-то петушок и какой-то гопник. Меня Виталик зовут. Давай вытащим нас отсюда. Что мне делать? Ты мне скажи просто. Просто скажи, я человек простой, мне нужно сказать, что делать, и я такой буду делать и спасаться так. Ага, нужно сдвинуть туалет, я так понимаю. Мне нужно взять, удерживать. Оба. Ну нифига ж себе. Хорошо, давайте дальше. Там милиция. Так, это просто дикий побег. Войти в лифт. Нам нужен его пистолет. О, парень как-то волнуется. Мы взяли патроны. Все, прикиньте. Так, чувак, что творится? О, это одежда, что ли? Окей, взяли какую-то одежду, маечку клевую. Нам нужно бежать. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Мы такие без палева, типа. Чувак, это не мы. У нас есть впереди стенка. И как нам ее перепрыгнуть-то? А, все, тут дырка. Так.
Что за фигня? Ну ладно, давайте побежим, отвлеклись ненамного. О, милиция теперь нас, прикиньте, не замечает. Мы все-таки выбрались из этой передряги. Игра просто настолько упорота, я ни разу не играл в такие игры. Она, конечно, очень увлекательна, но по времени, конечно, немного не подходит под мой формат. Так что, если вы хотите еще посмотреть, как я в нее играю, пишите об этом в комментариях. А сейчас... Внимание, внимание! Много взрывов и котят для привлечения внимания! Теперь к сути! YouTube очень часто не оповещает моих подписчиков о новом видео. Что за дела, YouTube, а? Для решения этой проблемы вверху канала вот тут есть шестеренка. Нажми ее и поставь галочку «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». Сделал? Четко! Теперь жди царских персональных оповещений о новых видео. Для того, чтобы у вас была такая же очешуительная шестеренка, нужно подписаться на канал. Но если ты супер крутой чувачок, то можешь поставить лайк и добавиться ко мне в друзья ВКонтакте. Ссылка внизу. Всем пока!